22 сентября. Принимать решения. Постоянно живя в хаосе и наркомании, я обнаружила, что мне стало трудно принимать решения, будь то сложные проблемы или самые простые житейские неприятности. Недавно моя 18-летняя дочь, наркоманка, оказалась в кризисной ситуации. Ее зависимость усугубилась, а поведение и отношения к нам стали невыносимыми. До Наранона, оказавшись в такой ситуации, я бы полностью погрузилась во весь этот хаос. Я позволила бы дочери вести себя недопустимым образом. Раньше я боялась принять решение, боялась попросить ее уехать, боялась ее ответной реакции. В Нараноне я научилась доверять своей высшей силе, которая всегда позаботится обо всем. Я буду ждать руководства. Я верю, что моя высшая сила поместит меня туда, где я должна быть. Я знаю, что могу попросить свою высшую силу вести меня. И если я пойду неверным путем, я знаю, что она укажет мне на это. Я жду, пока все не прояснится, пока высшая сила не даст мне знак. Потому что иногда отсутствие какого-либо решения бывает лучше, чем принятие неправильного решения. Размышления на сегодня. Наркомания – это семейная болезнь. Она проявляется в разных формах и затрагивает не только наркомана. Я могу принять решение с помощью моей высшей силы и моей программы Наранона справляться с проблемами, создаваемыми наркоманией. Цитата. «В начале каждого дня я могу принять решение припоручить мою волю и мою жизнь в заботе Бога. Мужество меняться».